А это набережная, которая следует от гостиницы Rocks Royal до центра Кемера. Утренняя прогулка здесь или пробежка просто великолепна. И не только для тела, но и для мозга, нервной системы. Если честно, я только здесь и нахожу свою точку силы, расслабляюсь. И просто комфортно себя чувствую. Всем советую, если кто не занимается спортом, а просто ходит, бегает, великолепно с утра. Это лучшее, что можно придумать. Вы видите вдалеке яхты, бухту, куда можно пройти буквально за 5 минут. Конечно, Кемер не всегда такой тихий, спокойный. Сказывается, что в стране, и в частности в городе, локдаун. Местные сидят дома. Но для туриста, мне кажется, это великолепная возможность уехать так дешево и так великолепно. Мы не любим ни тусовок, ни шума, поэтому гулять одно удовольствие.